Привет, дорогой зритель! Сейчас тебя ждет обзор маленького заказика от Грин Мамы. С Грин Мамы. В общем, до того, как я получила сертификат подарочный от некого зрителя, я за несколько дней до получила бонусик от Грин Мамы. И у меня были какие-то еще там баллы. Еще что-то там было, скидка этой карты клиента 15%. И я еще думала заказать шампунь, потому что и Фрашевский у меня не то чтобы заканчиваться, там еще полфлакона, но когда-то он закончится и придется покупать. А шампунь гринмамовский с вишенкой я очень люблю, как вы знаете, если же вы не знаете. И недавно подписались, или вообще только что пришли Welcome to Hell на канал, то тоже узнали. Вот теперь вы просвещенные бодхисаттвы. Короче, вишневый шампунь от Грин Мамы я очень люблю. И в прошлый раз мне его вообще хватило на 3 месяца с хвостиком, 400 мл. И мне кажется, у него консистенция чуть-чуть так этот состав или как-то так изменилась в еще более лучшую сторону. И обычно я покупаю или на Озоне этот шампунь, или на Грин Маме. Где как. Будучи я бы в Ярославле или еще в другом городе, я бы в каком-нибудь Ревгоше его купила, улыбки радуги. Я подозреваю, что у нас, возможно, он продается Магнит Косметик, или даже при желании иногда можно найти и в Ашане, но и Ашан, и Магнит Косметик на другом конце города находятся. В общем, не обошлось без сюрпризиков приятных. И за счет бонусов, бонус у меня там был «Мы скучаем». Я вот сейчас склоняюсь к мысли, что год назад они мне присылали этот же бонус «Мы скучаем», и мне точно так же вложили в посылочку маленький, так сказать, бонусик, ну, можно сказать, даже большой бонусик. Один продукт, который мне очень нравится, я его часто там заказывала и люблю, и как сейчас помню, это был, кажется, нежный пилинг, овсяная мука и малина, или как-то так. А в этот раз они мне тоже вложили бонусик, продукт, который мне тоже нравится, и в этом именно формате я его покупала и в прошлом году, и в мае этого года, и вот даже хотела заказать в этот раз, но что-то его не было в наличии именно в этом формате. Был в другом формате, более большом, в 2 раза больше на самом деле. И я, в общем, в итоге не заказала, но получила в подарок. Я заплатила 244 рубля 90 копеек. Из них сколько-то там совсем чуть-чуть, ну, рублей где-то 17-18 с копейками. Это было за все вот эти 3 товара. И все остальное была доставка. Вот так вот у меня внезапно очень удачный заказ вышел. Ну, когда-то давно, когда я очень много оставляла денег в Фраше и Грин Маме, если вам это интересно, можете пройти в Инстаграм, ссылка на канале есть и под каждым роликом в инфобоксе. Ну, или же ник точно такой же, как на Ютубе, этот мой литературный творческий, изначально литературный псевдоним Forever, в одно слово. И там есть как раз вот сейчас ода кремам и Грин Мамы. И как раз тоже говорю, что я в 11-13 годах очень много там денег оставляла. И была такая акция у них, что, допустим, делаешь покупку, общую сумму покупок на 3000, кажется, и да, на три что ли тысячи, да, и получаешь, в общем, бонус или на три, да, на 3000, или на 1500, как-то так. Там еще, по-моему, на 6000 общая сумма покупок, и бонус у тебя в 1200. Сколько-то там еще бонус, и вот, по-моему, 3000 или типа того, и бонус у тебя в 300 рублей, ты можешь оплатить ими полностью заказ, не считая доставку. А иногда бывали такие акции, что была бесплатная доставка, и у меня случался бонус 1200. Я набирала на 1200, оплачивала бонусом, и мне это приходило все вообще за бесплатно совершенно. Тут чуть-чуть доплатила. Хотя следующий заказ, который мне послали, я, наверное, уже на следующей неделе его получу по сертификату, который скриншотиком я скинула. Похвастаться вам! Нет, на самом деле сказать спасибо человеку. На страницу в разделе канала «Сообщество». У меня еще были бонусы такие, мои там какие-то конкретные. За оплату онлайн там начисляется 5%, если заказ до 1000 с оплатой онлайн, 7%, если 3000, до 3000 оплата онлайн, заказ полностью суммы, да, ну, не считая доставку. И
После 3000, если более 3000, ну, допустим, 3001 рубль, вы заплатили за какой-нибудь заказ, оплатили это онлайн, и вам 10% возвращается на ваш личный счет в GreenMoney, и этими бонусами вы можете оплатить до 50% покупки. Плюс у меня еще была вот эта скидочная 15% карта клиента, но эти бонусы, в общем, у меня заказ там где-то вышел на 1900 чем-то. Но мне он вообще ни во что не обошелся. Там какие-то копейки были, я написала в комменте в форме, что вот такой-то вот номер и пин-код этого сертификата, и что если можно, оплатить бы Яндексом. Там 55 копеек было. Мне перезванивает человек из GreenMoney, менеджер или что-то такое, кто-то из них из управления, и говорит, что они решили в управлении, начальник сказал, типа, списать эти 55 копеек. Короче, у меня следующий заказ совершенно бесплатно придет. И вот там я побольше заказала уже, вот, ну, даже продукты, которые давно хотела, но что-то все думала, надо, не надо. Но именно те, которые вот мои любимые. И один крем, который я покупала еще год назад, наверное, в фикс-прайсе. В фикс-прайсе больше я не видела у нас GreenMoney. Не знаю, как других фикс-прайсов, если вот кто будет смотреть этот ролик, вы ходите в фикс-прайс внезапно вдруг, может, он у вас ближе, чем у меня. И если там есть GreenMoney, просто дайте знать, вот есть она сейчас или нет, просто интересно. Ну и перехожу сейчас уже к обзору. GreenMoney, GreenMoney, GreenMoney. Интернет-магазин, доставка. Вот у меня доставка приписана. Сейчас я вам скажу. Вредная Лёля сейчас скажет, что... Сейчас Лёля вредная скажет, я знаю, что меня смотрят иногда такие люди, которые вот, ну... Смотрят, чтобы поржать, смотрят, чтобы позавидовать, смотрят, чтобы поплеваться с желчью. Для вас, мои дорогие любители плеваться с желчью, монитор, экран или еще что-то, где вещает Лёля. GreenMoney, шампунь от перхоти, лесная вишня, репейник, 400 мл, одна штука, цена 8 рублей 24 копейки. Это вот у меня бумажечка. Так, GreenMoney, 100 мл, крем для сухой кожи рук, календула и масло смородины, 8 рублей 23 копейки. GreenMoney, 50 мл, гель для душа, тонизирующий, апельсин и имбирь, одна штука, 1 рубль 70 копеек, так он стоит 59 на самом деле. И интернет-магазин доставка, 226 рублей 73 копейки. Ну и заплатила я 244 рубля 90 копеек. Вот так, у меня есть теперь бэушная бумажка. Я коробочку открывала с нижнего полушария мозга на кухне. Там была вот такая вот прослойка. Я честно, я однажды запишу АСМР, разберу ту коробочку, которая у меня сейчас на пианино, по большей части стоит на пианино, ну, когда человек приходит поиграть, или я сажусь играть, или дети приходят иногда определенные поиграть, я снимаю. Коробочку, короче, с этими бумажными цветочками, что мне сестры на день рождения подарили, я пошуршу ими. Я пошуршу этой бумажкой, я пошуршу пупырчатой пленкой на балконе, у меня целый пакетище, оказывается, есть. И я пошуршу этим пенопластиком, который я там как-то ломала. Он тоже у меня целый пакетище на балконе и в другом пакете. И вот у меня вот такая пленочка. И даже бумажные цветочки еще живы. Одна из посылки от Наташи из города Кимры. Но вы меня можете иногда попинать, типа, Лёля, ты давно не шуршала, не шептала. И первое, что я достаю, больше половина была в пакетиках, половина без пакетиков. И внизу, кстати, тоже прослоечка вот этой вот пленочкой, только уже меньше. Ну, для меня это низ, на самом деле это верх коробочки был. В общем, вот такой вот флакончик. В непрозрачном флаконе я покупала такой гелик, еще, может, даже другие какие-то гелики. На Озоне одно время были эти минки возвращенных геликов, легендарных геликов, не побоюсь этого словосочетания, от GreenMoney. Я не знаю, почему им запрещают религия делать большой флакончик, потому что у них на сайте, допустим, флакончики, в которых раньше были, ну и сейчас иногда встречаются пенка для ног, яблоко и какой-то там уксус, сейчас не помню уже, или что-то такое, в общем, пенка для ног. Потом гели для душа, вот в таких были 250 мл флакончики. Сейчас у них в одном из подобных предоставлена вариация молочко для тела не только 300 мл, но и 250 мл именно в таком флакончике, как раньше были гелики у них, допустим. Это у нас GreenMoney, формула тайги.
Гель для душа тонизирующий. Апельсин и имбирь. Значит, вечером я его не смогу принять. Потому что я сегодня и так спала 3,5 часа, где-то в 2. Вырубилась. Меня так беспокоила тема того, что у нас наша команда по переводу манги на русский великий и могучий язык лишилась одного крупного сайта, не знаю вообще по какой причине, вообще весь мир лишился этого сайта с разными переводами, не только с онлейтом, что я решила загуглить несколько манг, узнала, почему мы забросили какие-то проекты, и еще много чего узнала. И в итоге я уснула в 2 и проснулась в 5:30, и все. И больше я не спала. Если я еще этим геликом помоюсь, то у меня будет вторая, наверное, бессонная ночь. Поэтому мы его на утро оставим. Тут у нас имбирь и апельсин. Он практически прозрачный. Он такой светло-светло-желтый. Раньше он был в темных флакончиках по 250 мл. Сделан он у нас в апреле этого года и до мая 2021 года. 6 месяцев после вскрытия. Егорьевск. Green Mama. И тут вполне себе хороший меняемый состав. Я помню, он мне очень нравился. Еще моей подруге нравился. Потом меня, значит, что-то от него отвернуло. У них был еще гелевый, кремовый гель для душа, лаванда и мед, кажется. И два таких вот мята и эвкалипт. И еще, кажется, что-то. Ну, или всего их три было. В общем, один был мятный, мята и эвкалипт. Один был вот такой, имбирь. И апельсинный, один был мед и лаванда, он был именно кремовый. И я перешла чисто на кремовый и мятный. Чаще всего у меня было все три гелика для душа. Это в 2011 году, когда я Green Mama стала увлекаться. И Фраше попутно. Как-то вот Green Mama на полгода раньше случилась, чем и Фраше. И, в общем, потом у меня вот был этот лавандовый, потом я уже чисто на мяту. У меня мяты тащили все. Знакомые родственники. Очень хорошо эта мята шла летом, когда жара. А вот с лавандой хорошо было принимать не только гель для душа, но и пену для ванн. Подруга моя, что задарила мне свой блендер, очень любит такой гелик. Я думаю, может, потом закажу и вот чисто так бонусиком к Новому году. Вообще сначала надо узнать, что человек хочет. Можно использовать как пену для ванн, вот. Может быть, даже с утра как-нибудь приму эту ванну. Иногда у меня бывает, что я с утра вместо душа принимаю ванну с пеной. Вот, отличный гелик. Напомню цену. Без всяких скидок 50 мл 59 рублей. Но у них часто бывают всякие акции, скидки. И еще, если вы давно покупаете у них, там, по-моему, бонус за регистрацию идет 150 баллов. Ими можно оплатить половину стоимости заказа, не учитывая доставку. Если вы там приличненько покупаете, у вас вместо 5% скидки 10 будет, а и максимальная 15% скидки. Это карта клиента. Скидочная карта, ну и еще бонусы за оплату онлайн будут, и если еще какие-нибудь акции, просто бонусы, скидки на мыло, иногда приходят всякие бонусы, то вам вполне себе дешевле может обойтись даже вот такой гелик. Ну или как мне он. Второй, значит, пакетичек. Это уже обновленный флакончик. У меня тот был, у меня уже за мою жизнь, за мою дружбу, за мою любовь с Green Mama, за мои отношения с Green Mama, 8-летние, можно сказать, даже 9-летние, потому что 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 год. Это третий вариант флакона. Первый у меня был, это классический, который у них стабильно так бывает. Второй я обозревала, у меня еще бальзам для волос с морскими минералами стоит в ванной, там где-то треть или четверть флакона еще не будет его в этих пустых баночках этого месяца, может быть, декабря или января даже будет. Там не очень удобная крышечка, и вот такой я видела на сайте, а теперь держу в руках. Это, кстати, свеженькое изготовление, сделано в октябре этого года, срок годности 2 года, 6 месяцев после вскрытия. Это у нас шампунь от перхоти, лесная вишня и репейник, от перхоти и выпадения волос. На самом деле, я его покупаю не от того, что у меня вдруг внезапно перхоть, перхоти у меня нет. У меня волосы тонкие и жирные, но он очень хорошо подходит для всех типов волос, а еще и для тонких и жирных волос в частности. Он экономичный, как я уже говорила, мне предыдущего флакона хватило на 3 с лишним месяца. Он шикарно пахнет, я люблю этот аромат. Он все так же пахнет.
У него темный флакончик, и мне кажется, что сейчас очень удобно у него стала вот эта крышечка. Я поднесу поближе к камере, чтобы вы видели. Особенно те, кто смотрит меня с маленьких телефончиков, у которых совсем маленькие экранчики. Закрывается и не прольется. Ну и удобно, как бы дозаток такой хороший. И там до полного верха этот шампунчик вообще. Вот он. Тоже Green Mama. Ну, в смысле, тоже Егорьевск. ГМ Продуксион. У меня просто на одном средстве стояла Green Nova, но Green, в общем, есть Green Mama, Green Nova и Green Mama Light, или Green Light, я точно не помню. Еще был Денис Азаранин. Вот это все вместе, это одна Green Mama. Если вы вдруг увидели Green Nova, вот Green Nova чаще была именно Green Nova, год назад предоставлена на нашем фикс-прайсе в Угличе. И если вы вдруг это увидели, и вам кажется, нет, это не то, на самом деле это оно. Потому что там все равно внизу будет стоять ссылка на сайт www.greenmama.ru. Ну и Егорьевск. Хотя какие-то вещи Раменская еще делаю. Вот у меня написано было или то, или другое на креме для рук, который я вот сейчас тоже буду обозревать. Вот, значит, сейчас их покажу. Оба формула тайги у нас. Оба моих любимчика. 286, по-моему, стоит шампунчик. Сейчас на Озоне он идет по 251 рубль по скидке. И я иногда покупаю то там, то тут. Изначально, когда я только стала покупать, он стоил 141 рубль. Ну, как бы, сколько времени-то прошло. Так, вот то, что я тоже заказала, и потом я покажу то, что мне в подарок положили. Это у нас Green Mama, опять же, крем для сухой кожи рук. Ему, и оду ему, как я уже говорила, я внесла сегодня в Инстаграм. Но там, правда, еще неприятная пара моментов, наверное, учитывалась. Ну, так как-то память выдала мне. Сделан он у нас в октябре этого года. Срок годности у него 2 года. После вскрытия 6 месяцев живет. Но как я уже много раз в разных видео и в пустых баночках, и в обзоре средств по уходу за лицом, и просто в обзоре именно продуктов Green Mama говорила, у них всегда дается с запасом. Вот у меня есть маска для лица, она уже на год как бы просроченная, но ничего там не поменялось, все ништяк. И не потому, что там дофига химии. Вот у меня был крем, в котором было дофига химии, который попользовало 3 человека, а потом мне подарили под видом нового. И вот с моей кожей был жуткий трындец. Тут очень хороший состав, отличный просто, но теперь стали писать на латинице. Я привыкла, что там по-русски писали. Здесь, кстати, у нас написано по-русски. Здесь у нас тоже по-русски, а вот на кремике уже на латинице. Флакончик изменился. Раньше крышечка открывалась, отвинчивалась, и там был такой маленький кружочек, зафольгированная дырочка. Теперь он просто открывается, соответственно, не зафольгирован. Но ни на что это не влияет. Как бы сказал консультант прежний, допустим, Кристина Ли там была такой консультант, еще когда был форум гринмамовский, прежний старый еще сайт, что вы первооткрыватель. Я уже раза 3 его сегодня выдавливала. Он довольно густой, не слишком плотный, но он бывает такой крем вообще очень плотный. Изначально, вот я сейчас вспомнила, такой крем был, вот маленькие флакончики, 50 мл, давали в подарок за заказ, или подвеску, или его, когда как, когда что на базе было, скажем так. И он был слегка более густой, мне кажется, более плотный даже. Но вот чисто по аромату, по ощущениям, как он быстро впитывается и как он увлажняет кожу. Я вот 4-й раз мажу, и мои внезапно супер сухие руки за последние 3 дня такими стали. У нас же где-то минус 10 на лужах редких ледок, но у нас нет снега, хотя Яндекс мне показывает, что у нас тут снег. И вот у меня руки обветрились, еще с посудой тут соприкасались, и как-то они снова, сметанка такой закончилась. Хотя есть у меня всякие масла, не только кокосовое, и оливковое, и масло льна. Я тут недавно снова его себе купила, 3-й флакончик за последние полгода, вообще за этот год. И масло арахиса нерафинированное, все вот эти масла они нерафинированные, кроме кокосового. При желании можно намазаться. Но вот у меня просто заканчивается крем для рук, который Лёлька подарила из Тюмени, и он будет в этих пустых баночках этого месяца. И я хотела купить себе какой-нибудь крем.
Потому что ждать у меня погоды, когда вам кто-нибудь подарит, я не тот человек, я если могу, у меня есть возможность, и мне нужно, то я сама себе покупаю. В общем, вот такой вот кремик. Экономичный. Быстро впитывается. Я держу крем, я держала телефон, вот я сейчас его возьму, и он у меня не падает никуда. Не липкий. Аромат, конечно, специфический на любителя, но учтите, что тут же все-таки более-менее, по большей части 90 с чем-то процентов натуральный состав, вообще содержит 100% натуральное эссенциальное эфирное масло. Поэтому, возможно, календула с маслом смородины именно так и пахнет. Он тоже, по-моему, стоит 286 рублей, как-то так. Сейчас я посмотрела, очень много продуктов стало практически по одной цене. Я давно не заходила на сайт, с весны, наверное, не смотрела их цены, что и как. Я помню, что у них каждый год на 10-15% повышалась цена из-за там кризиса или еще каких-то проблем компании или России, уж не знаю, с чем оно было связано. Ну и как бы все равно были какие-то акции, это все было как-то обкупаемо. Сейчас большинство средств, вот именно вот это 286 идет, что шампуни, что крема, что еще что-то, там что-то подороже, что-то подешевле. Но с другой стороны, во-первых, к этим средствам нет привыкания. Если чем-то вот помазались и вам стало лучше, вы можете вообще больше не пользоваться этим. Не как вот, допустим, в других каких-то фирмах, тех же каталожках. Я помню, что-то заказывала давно-давно в Avon, и надо было постоянно этим пользоваться, иначе получалось уже, вот, там, допустим, пару дней не помазал руки или ноги, и уже эффект не тот. Здесь же, я помню, у меня очень много прыщей было на спине. Еще при маме образовалась, и мы с ней думали, что это аллергия на зеленый виноград, этот кишмиш. Не знаю, с чем связано. Я за полтора года, правда, нерегулярного применения, в подобном флакончике от Green Mama серии «Улетай» спрейчиком с чайным деревом избавилась от этих прыщей. Вот просто было руку поднесешь, особенно вот с весны по сентябрь где-то, по спине проведешь, и на руке будто какие-то мелкие точечки, мелкие шарики, какие-то прыщички. Солнцем их как бы выжигало, когда загораешь, но потом они снова появлялись. И именно Green Mama мне помогла. И у меня больше нет никаких-то там странных штучек, несовершенств с кожи спины. На лице у меня тоже было одно время очень долго вот эта жирная кожа с широкими порами. Я помню, я с одной девчонкой общалась, и мы долго с ней общались. Потом была у нас девчачья компания, я ее посадила на Green Mama. И она тоже потом радовалась, что вот у нее были еще более широкие поры, чем у меня на лице. И именно Green Mama, она помогает, как с энергетик, вот то, что называется энергетиком, те капли там, ЭПАМ или как его там, которые в глаза капаю, и иногда капаю, когда вспоминаю. И вот так же про Green Mama, я помню, даже где-то читала, что ее называли энергетиком. Либо они сами себя называли энергетиком. Тут у нас 4 месяца после вскрытия, тоже Егорьевск, Green Mama 100 мл, до марта 2020 года, в феврале 2018 года он создан, как раз точно такой же, как вот у меня по дате стоит. Вот сейчас пользование, которое я обозревала как раз в ролике по уходу за лицом. Я думаю, до марта я его вполне себе уделаю. У меня там не половина или типа того флакона еще осталось. Но, в принципе, у меня впереди практически 4 месяца. Если вот, грубо говоря, если впиявливаться именно вот в этот отрезок времени, ну или даже дольше при желании. После очищения, умывания или по мере необходимости протирайте лицо ватным диском, смоченным в тонике. Это у нас матирующий тоник для лица от расширенных пор и черных точек с морскими минералами. Как я уже говорила в ролике по уходу за лицом, я его использую не потому, что там он от расширенных пор, от черных точек у меня никогда не было, но он мне просто нравится, он хорошо вот влияет на мою кожу. Иногда сухую, вот иногда вроде как нормальную, иногда что-то переел и жирную. Но у меня сейчас редко такое бывает, я очень мало ем сейчас сладкого, покупного у меня практически нет сладкого, и я делаю что-то сама, но, видимо, если, допустим, шоколад из какао-бобов, или даже шоколад из кокосового масла, фиников и какао-порошка,
и какой-нибудь шоколад, купленный в магазине, даже если он без пальмового масла или вообще непонятно какого масла, и вроде как супер хорошим составом, это все-таки, видимо, разница, потому что вот у меня нет уже давно вот этого супер жирного какого-то внезапного наплыва на лице, особенно на тех местах кожи, которая всегда по жизни сухая. В общем, он тут у нас с морскими минералами, и эта серия у нас «Морской сад». У них такой флакончик был в 300 мл, сейчас на сайте его нету, стоил раньше 141 рубль, потом 180 чем-то, может быть, дороже сейчас. Ну, какое-то время весной он еще попадался, сейчас обновленный флакон уже не в 300, а 200 мл, он 201 рубль стоит. Тоже вот тот же «Морской сад», прозрачный флакончик. Но вот этот вот исчез, когда появился 200-миллилитровый, исчез из продажи, из наличия 100 мл и 300 мл. Соответственно, и раньше он шел как бы в подарок при заказе набора в коробочке такой отдельной серии «Морской сад» или шампунь и бальзам от выпадения или волос, или шампунь и бальзам секущихся кончиков от выпадения, по-моему, был потом... Нет, просто от секущихся, с биоламинарией, от выпадения, от сухих кончиков и жирных корней. И еще какой-то там подобной серии его вкладывали как бы в подарок за заказ. Подарок просто в подарочном наборчике. И под суммой и стоимостью он бы был даже чуть дешевле, весь этот набор, чем если покупать все это вместе по отдельности или покупать просто шампунь и бальзам. Потом он шел по 51 рублю, я покупала, помню, за 55 или как-то так, и... Вот теперь он мне пришел в подарок, спасибо, Green Mama, я не ожидала вообще, что что-то еще будет, помимо того, что я оплачивала бонусами, и код-бонус-купон у меня был, купон у меня был на скидку, ну, в общем, на 500 рублей у меня был этот бонус-купон в минус, ну, и вот я вам зачитала, сколько у меня вообще все это обошлось в итоге. С учетом, что он сочетается, если у вас есть, допустим, бонус-купон, и при этом бонусы спасибо или да, вот эти вот, ну, онлайн-оплаты, я их обозвала спасибами, ну, изначально они как-то примерно так и назывались. И, допустим, у вас есть скидочная карта клиента постоянного, то вы можете оплатить не только карты клиента, зачисляется автоматом эта скидка 15%, вот как у меня, допустим. Часть можете оплатить с бонусов онлайн-оплаты, и если у вас есть купон, то купоном полностью, главное, чтобы оно все было по общей сумме не больше того, сколько вы набрали. Ну, в общем... Допустим, вы набрали на 800 или 900 рублей, вот это все можете оплатить, у вас там будет каких-нибудь 200 или 300, смотря сколько у вас вообще в общей сумме бонусов. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр, всем отличных покупок и всем отличных средств по уходу за кожей. Пока!